сможете продержаться 24 часа? Я никак. Что нам так не везет-то, я не пойму. Это просто сюрприз. А ты не знаешь, что тебе выпадет? Нет, давай возьмем. Она застряла. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. И сегодня мы будем снимать для вас новый челлендж. 24 часа. Мы будем кушать только еду из автомата. Да, не знаем, что из этого получится, но мы попробуем. А пока подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. А мы начинаем. Ну что, ребят, мы поехали искать автомат с едой. Все. Вы уверены, что хотите целый день только с автомата кушать? А нет, мне нельзя пить, что это не с автомата. Пить только можно с автомата. Смотри, тут у папы еще монетки. Заберем? Да. Заберем монетки у папы. Так. Не все. А евро тоже можно? Да. Много там? Ну да. Что вы там будете кушать? Целый день сладости, что ли? Наверное, есть другие автоматы. Я видела один с кофе. Нет, с кофе. Ой, нельзя. Так, смотрим в окошко. В окошко смотрите, ищем эти автоматы. Я знаю, где еще два есть. Так, мы нашли один автомат. Что там внутри. Что ты знаешь там? Там все то же самое. Да? Ну пойдем, что-нибудь возьму, кушать же что-то надо. Какой-то сэндвич. Что здесь есть? Возьмите что-нибудь попить. Да? Я там. Смотри, вон есть печеньки. И вот эти чипсы хорошие. Ой. Верно, я возьму исте. Исте? 2,50. Давай 2,50. Я пятерку засуну. 45. Не хочет? Что-то у тебя фальшивая пятерка, наверное. Может, не работает он? Ребят, не хочет автомат давать еду. Не принимает деньги. Значит, наверное, что-то не так. Пойдемте другой искать. В общем, не повезло вам, пошли другой искать. Не знаю, где он, да, где-то есть. Где-то есть. Они везде есть, почти на каждой остановке, наверное. Так, еще одна остановка. Ой, чуть не упала. Ну здесь, видишь, все то же самое. Так, ну почти. А, исты тоже. Давай попробуем. 45, да? 45. Нет, здесь, наверное, по-другому. Давай. Ну вот, видишь, теперь тебе написано 2,50. Фух, упала. Все? Это все стоило 5. Я кекерис. Застрял? Она застряла. Мне это уже сейчас миракару тудусы. И что делать? Да, еще одну, значит, купи, не падает она. 40. Вот, теперь две упали. 32 номер. Упала? Да, все упало. Поехали. Поехали дальше. Все, поехали. Я взяла Бойну, какие-то чипсы и для нас исты. Я понял. Мы приехали в другое место искать автоматы с едой. Конечно, я говорила, что тяжело наесться очень дорого с автоматами. Да, мы уже, получается, потратили 11 франков. 11? Угу. Там была такая маленькая бутылочка, и я настала 1,20. Угу. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Все? Теперь номер. Что там за сосиски? А, это колбаски. Это колбаски. Кто хочет? Хочешь? Нет, уже. Это как салями, да? У нас тут фотосессия. Ну что, девчонки? Сможете продержаться 24 часа? Я никак. Сами захотели? О, ладно. Пока мы не нашли никакого автомата, чтобы покушать, мы решили покататься на катамаране. Накатать аппетит. Все, мы поплыли. А у нас
Спасибо. Кто там гребет? Я. Ты? Давай. Хорошая водичка? Да, очень. Вот если бы знали, купальники бы взяли. Ты бы купалась? Да, конечно. Да? Мы еще одну нашли. Это то же самое, ребят. У нас вот ну возьмите вот эти хлебные. Вон там есть новое, да, смотри. Новый аппарат. Сейчас мы туда перейдем, на другую сторону. Папа кофе хочет. Ой, здесь даже шоколадный. Хотите шокушей? Я вот это вот буду. 10 есть? Давай 10. Все, готово? А нет еще. Папа себе кофе делает? Все, готово? Горячая? Ай, горячая. Как можно пить горячее в такую жару? О-о-о! Это что-то... А что тут есть интересное? Первый раз мы-то на такое наткнулись. А есть что-нибудь другое, нет? Только это. Соло эсо. Это просто сюрприз. А ты не знаешь, что тебе выпадет? Нет, давай возьмем. Тетя. Сюрприз. Все. Тебе попить, наверное, что-то. Вот твой сюрприз. И сколько он стоил? 3. Он 3 стоил, да? Не знаю. Спира, спира, спира. А его тут нет, смотри. Тут нет его. Наверное, всегда в сюрпризе вот это. Да, наверное, всегда в сюрпризе вот это попадается. Вот он, еще один автоматик. Может, там что-то новенькое есть. О, смотри, здесь сосиска есть. Сосиска в хлебе. Что мы купим попить? Попить? Не знаю. Сколько у тебя монеток еще есть? Много. Много? Смотри, еще новенькое. Лимонный кексик. Да? Да, какой-то там лимонный кексик. И что-нибудь попить надо взять. 10-20. Ребят, не работает автомат. Чего нам так не везет-то, я не пойму. Угу. А где еще есть такой автомат? Не знаю. А там есть на заправке? Там? Да. Нет. Нет, нету. Ура, нашли еще одну. Давайте быстрее, дождик идет. Так, вылазим. Надо прочитать? Да, там. Да. Ну, здесь она 4 стоит. Но здесь она побольше. Да. Какая же. Здесь давай, 4 стоит. Есть у тебя монетки? Я не знаю, если хватит. Что еще здесь есть нового? Вау. Достала? И вот это вот 4 франка стоит. Да, не знаю. На автомат дорогие. Теперь я. Ну ладно. Ты что будешь, Маргарит? Вафельку вон ту за 3. За 3. На, вот тебе евро. Тут где-то 1 евро есть. 50 там найди. Нет, не хочет евро брать. А франки есть еще? Да. Сейчас у папы опять заберем монетки. 50, да? Еще? Это сколько? Это 10. Сколько? Вот, 2 франка засунь. Тебе до сдачи дадут? Да. Ой, он так выкидывает деньги. Она, конечно, там же открыта. Собирай. Моя вафелька. Все, садитесь. Я буду кушать. Давай. Давай посмотрим. Семки. Нет, где эта сосиска? Вафелька. Привет. Вкусная вафелька? Попробуй. Это не семки, это орешки. Которые могут... Сосиска в 10. Дай укусить ей. Вау. Это салами. Салями? Пахнет салами. Да, это салями. Салами. Можно мне попробовать? Нам пришлось вернуться домой, так как у нас пошел ливень. Мира, Макс хочет на пляж. Мы далеко от пляжа. Очень далеко. Да.
Ну что, ребят, наш день подходит к концу. Сегодня не очень простой был день. Питаться едой из автомата – это не очень просто. По крайней мере, у нас в Швейцарии. Во-первых, автоматы у нас везде одинаковые. Еда там тоже одинаковая. В-третьих, это очень дорого. Вот у нас остались конфетки еще, которые мы не любили. В принципе, нам понравилось и было весело. Надеемся, вам тоже понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайки. И подписывайтесь обязательно на наш канал. А также у нас открыты комментарии. Пишите нам очень много комментариев. А на сегодня все. А мы спать. Всем пока. Ксения уже на слово. Я боюсь. Что ты делаешь?